Добрый вечер. Наш концерт сегодня посвящен Великой Победе. 9 мая 1945 года прозвучали слова, которые наша страна ждала долгие 1418 дней. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. О войне очень сложно говорить, так как невозможно подобрать слова, которые могли бы полностью передать боль и ужас, страх перед смертью и великое желание дожить до победы. Там, где слова бессильны, на помощь приходит музыка. Духовой квинтет Большого театра исполнит органную хоральную прелюдию фа минор Иоганна Себастьяна Баха. Дирижера Большого театра в 1904-1906 годах. В годы Великой Отечественной войны, находясь в эмиграции, Рахманинов давал концерты весь сбор, от которых направлял фонд Красной Армии. Денежный сбор от одного из своих концертов он передал в фонд обороны СССР со словами: «От одного из русских. Пассивная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить. Верю в полную победу». В
1915 году Рахманиновым был создан вокалист. Это гармоничное соединение музыки и голоса без слов. Жанр максимально близкий к молитве, словно обращение к Богу с просьбой о гармонии мира, мира, которого так ждали в годы войны. Сергей Васильевич Рахманинов, вокалист, исполняет заслуженный артист России Сергей Лысенко, гобой и Наталья Киселева, фортепиано. Thank you.
планете не повторилось той зимы. Нам нужно, чтобы наши дети об этом помнили, как мы. Я не напрасно беспокоюсь, чтобы не забылась та война. Ведь эта память — наша совесть. Она как сила нам нужна. Который в 15 лет начал писать стихи в блокаду в Ленинграде. И во время блокады маленькая 7-летняя девочка Жанна Виталити брала уроки музыки. Вечная память ее педагогу, который в то время, когда в осажденном городе печать смерти была на каждом человеке, не боялся бросить вызов боли и страху и пытался победить искусством ужасы войны. Жанна Лазаревна Виталити. Советский и российский композитор, музыкальный педагог, педагог солиста духового квинтета Большого театра Николая Попова, автор камерных, хоровых, симфонических и инструментальных сочинений, произведений для юных музыкантов. Жанна Лазаревна, к сожалению, ушла от нас в 2019 году. Жанна Виталити. Сюита для духового квинтета в 4 частях. Thank you.
с детьми погнали матерей, и яму рыть заставили. А сами они стояли, кучку дикарей, и хриплыми смеялись голосами. У края бездны выстроили в ряд бессильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Мутный дождь гудел в листве соседних рощ и на полях, одетых мглою, и тучи опустились над землею, друг друга с бешенством гоня. Нет, этого я не забуду дня. Я не забуду никогда, вовеки. Я видел, плакали, как дети реки, и в ярости рыдала мать-земля. Своими видел я глазами, как солнце робкое, омытое слезами, сквозь тучи вышло на поля. В последний раз детей поцеловала. Последний раз. Шумел осенний лес, казалось, что сейчас он обезумел. Гневно бушевала его листва, сгущалась мгла вокруг. Я слышал мощный дуб, свалился вдруг. Он падал, издавая вздох тяжелый. Детей внезапно охватил испуг. Прижались к матерям, цепляясь за подолы. И выстрела раздался резкий звук, прервав проклятие, что вырвалось у женщины одной. Ребенок, мальчуган больной, головку спрятал в складках платья еще не старой женщины. Она смотрела ужаса полна. Как не лишиться ей рассудка? Все понял. Понял все, малютка. Спрячь, мамочка, меня. Не надо умирать. Он плачет. И как лист сдержать не может дрожи. Дитя. Нагнувшись, подняла двумя руками мать, прижала к сердцу, против дула прямо. Я, мама, жить хочу. Не надо, мама, пусти меня, пусти. Чего ты ждешь? И хочет вырваться из рук ребенок, и страшен плач и голос тонок. И в сердце он вонзается, как нож. Сейчас вздохнешь ты. Больно. Закрой глаза, но голову не прячь, чтобы тебя живьем не закопал палач. Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно. И он закрыл. И залила кровь по шее ленты красной, изливаясь. Две жизни на землю падали, сливаясь. Две жизни и одна любовь. Гром грянул, ветер свистнул в тучах, заплакала земля в тоске глухой. О, сколько слез, горячих и горючих. Земля моя, скажи мне, что с тобой? Ты часто горе видела людское, ты миллионы лет цвела для нас, но испытала ли ты хотя бы раз такой позор и варварство такое?
какие тебе грозят, но выше подними великой правды знамя. Омой его земли кровавыми слезами, и пусть его лучи пронзят, пусть уничтожат беспощадно тех варваров, тех дикарей, что кровь детей глотают жадно. Кровь наших матерей. Прозвучало стихотворение Мусы Джалиля «Варварство». Особым варварством и кощунством во время войны были концентрационные лагеря. Только в Освенциме погибло 1,5 миллиона человек. Тадеуш Боровский, польский писатель с 1943 года, до конца войны находившийся в немецких концлагерях, писал: «Что будет мир знать о нас, если немцы победят? Возникнут гигантские сооружения, автострады, фабрики, грандиозные монументы. Под каждым кирпичом будет лежать наша ладонь. На наших плечах перенесут железнодорожные шпалы и бетонные плиты, уничтожат наши семьи, уничтожат больных, стариков, уничтожат детей. И о нас никто не будет знать. О нас умолчат поэты, адвокаты, философы и священники. Они создадут свой мир, свою красоту и свою истину. Наша вечная память тем, кто не дал этому свершиться». В исполнении духового квинтета прозвучит мелодия Джона Таунера Уильямса, написанная им для фильма режиссера Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Соло на альте Евгения Попова. Thank you.
разбиты ели. Ждем, когда же начнет светлеть. Под шинелью вдвоем теплее на продрогшей гнилой земле. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Дома, в яблочном захолустье, мама, мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимый. У меня лишь она одна. Пахнет в хате квашнем и дымом, за порогом бурлит весна. Старый, кажется, каждый кустик непутевую дочку ждет. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Отогрелись мы еле-еле, вдруг приказ выступать вперед. Снова рядом в сырой шинели светлокосый солдат идет. С каждым днем становилось горше. Шли без митингов и знамен. В окружение попал под Оршей наш потрепанный батальон. Зинка нас повела в атаку. Мы прорвались по черной ржи, по воронкам, по буеракам через смертные рубежи. Мы не ждали посмертной славы, мы хотели со славой жить. Отчего же в бинтах кровавых светлокосый солдат лежит? Ее тело своей шинелью укрывала я, зубы сжав. Белорусские ветры пели о глухих рязанских садах. Знаешь, Зинка, я против грусти, но сегодня она не в счет. Где-то в яблочном захолустье мама, мамка твоя, живет. У меня есть друзья, любимые. У нее ты была одна. Пахнет в хате квашнем и дымом, за порогом бурлит весна. И старушка в цветастом платье у иконы свечу зажгла. Я не знаю, как написать ей, чтоб тебя она не ждала. В исполнении Виктории Азютир прозвучало стихотворение Юлии Друниной «Зинка». И мужчины, и женщины всех советских республик сплотились во время войны, чтобы дать отпор врагу. Каждый человек, независимо от его национальности, стремился принять участие в защите Родины с оружием в руках. В начале 1942 года, наряду с русскими, украинцами и белорусами, в действующей армии воевали 1 200 000 грузин, армян, азербайджанцев, узбеков, киргизов, казахов и башкир. Из национальных республик было укомплектовано свыше 80 национальных дивизий и бригад. Воины всех национальностей сражались мужественно и храбро, проявляли отвагу и героизм на любом участке фронта. Для всех одинаково дороги были Брест и Одесса, Ленинград и Москва, Сталинград и Севастополь, каждый населенный пункт нашей Родины. Это была
многонациональная победа, которой посвящается следующая композиция нашего концерта. В исполнении духового квинтета Большого театра прозвучит рапсодия на тему военных песен «Фронтовой дневник» Николая Попова. Thank you.
декабря 1941 года. Из утренней сводки Совинформбюро. Наши войска вели бои с противником на всех фронтах. Шли 171 сутки войны. Четвертый день нашего контрнаступления под Москвой. Наши войска освободили Венёв и Илец. Поэт Константин Симонов в Москве. Его просят заехать на радио и прочитать свои стихи. По дороге на студию встречает своих друзей, ну, естественно, опаздывает. Диктор читал уже третий из четырех собранных для этой передачи в моих стихотворениях, вспоминал он позднее. И ему осталось прочесть только «Жди меня». Я показал диктору жестами, что читать буду сам, встал рядом, потянул у него из рук лист, диктору осталось только объявить, что стихотворение будет читать сам автор. Так страна впервые услышала «Жди меня». В 12-м году исполнилось 70 лет со дня его публикации. Это одно из самых проникновенных лирических стихотворений о самом личном и дорогом, о любви и надежде. «Жди меня» – слова Константина Симонова, музыка Кирилла Молчанова, исполняет солистка Большого театра России Анна Бондаревская. Thank you.
Это имя связано со строками из песни. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Именем песни народ окрестил и новое оружие, наводившее ужас на врага. Ракетные минометы БМ. Популярность БМ, собственно, как и песни, была в то время очень велика. Весьма любопытную историю рассказал поэт Илья Серебинский, который участвовал в боях на Керченском полуострове. Однажды под вечер, в часы затишья, наши бойцы услышали из немецких окоп «Катюшу». Немцы прокрутили ее раз, потом поставили второй раз, потом третий. Но наших бойцов, конечно, возмутило. Почему немцы слушают нашу Катюшу? Не бывать этому. Надо отобрать эту Катюшу. В общем, дело кончилось тем, что группа красноармейцев совершенно неожиданно бросилась в атаку на немецкий окоп. Завязалась короткая молниеносная схватка, в результате которой Катюша, пластинка, вместе с патефоном была доставлена обратно к своим. В 43-45 годах был популярен такой куплет. Пусть Фриц помнит русскую Катюшу, пусть услышит, как она поет. Из врагов вытряхивает душу, а своим отвагу придает. В заключении концерта прозвучит песня «Катюша». Слова Михаила Исаковского, музыка Матвея Блантера, исполняет Анна Бондаревская.